Всем привет! В этом ролике я расскажу, как решить проблему постоянно гаснущего фитиля на газовом котле с итальянской системой. В данном видео буду показывать на примере газового котла Conard 8S. Этот ролик я хотел записать еще в прошлом году, но почему-то я этого не сделал. Сразу обращу внимание на то, что данный метод подойдет, возможно, не каждому. С данной проблемой мы столкнулись еще в прошлом году. Начнем с принципа работы итальянской системы. Когда температура поднимается до определенного уровня, основные стержни гаснут. И наоборот, когда падает, они зажигаются. А зажигаются от всегда горящего фитиля. Когда я разбирался с этой проблемой, пересмотрел все, что можно. Но причина оказалась очень проста, и поправить ее может даже неквалифицированный человек. Для этого потребуется обычная кисточка, желательно небольшая, фонарик и желание к действию. Находим вот такой элемент, как отмечено на фото. Там должно быть большое скопление пыли. Через эти отверстия проходит воздух, обеспечивающий горение фитиля. Чистим кисточкой и продолжаем наслаждаться работой и теплом газового котла. На этом все. Кому ролик понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока!